с Горбачевым постоянно какие-то метаморфозы происходят, да, там августовские пучи, Форос, поселочек. И у него все то так, то этак, да, но многие его считают Иудой вообще русского народа, который продал все, развалил прекрасную страну и сделал геополитическую катастрофу величайшую в мире, да, за что он был приласкан Западом. Ну, мое личное отношение к Горбачеву такое, мне его жалко. Он не ведал, что творил это, как говорится, прости им, Господи, или бы не ведают, что творят. Многие просто потеряли свою жизнь в республиках, когда это все развалилось, имущество. И вот эта большая трагедия русского народа, конечно, на его совести тоже.